Добро пожаловать, друзья, на канал WB Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем проходить игрушку под названием Surviving the Aftermath. Итак, поехали! Итак, перед тем, как начнем игрушку, хочу извиниться, скорее всего, за то, что так долго отсутствовал контентик, так как я работал, вот, 4 дня тут было как-то довольно-таки тяжеловато, то есть я проводил стримчики после работы, ну и вот, сейчас сделал видосик, перенес стрим, потому что есть какие-то семейные обстоятельства, надо решить их, так что, большое вам спасибо за вашу поддержку, за ваше терпение, ну, короче, а мы сегодня продолжаем с этой игрушкой, сегодня мы займемся расширением базы, конечно. Я, короче, за кадром я призвал всех своих специалистов, чтобы они восстановились, и тогда уже пошлем их дальше работать. Я хочу сейчас заняться электричеством, я хочу заняться хранением электричества, я хочу построить большую батарею. Надо еще подумать посадить поля, а также чуть-чуть я снес домики здесь, да, начал строить дома. Ну, сейчас ждем, у нас, так как металл, у нас проблемы, вот, ищем металл, да, я торгую постоянно с металлом, ну, то бишь, ищу металл, как только появляется здесь металл, сразу мы продаем, мы направляем туда людей, да. Так, ничего нового не добавили пока что, только исправили маленькие баги, тут перенесли, опять же, эту иконку, как я уже перед этим я говорил, в предыдущем, да, в предыдущей серии, не знаю для чего, ну да ладно, было так, было удобнее, когда было здесь. Может, какие-то еще появятся здесь иконки, ну, это мы только узнаем в будущем. Итак, у нас, кстати, довольно-таки большая колония, уже 200 с лишним человек, и плюс еще у нас детей 56, да? Так что у нас довольно-таки, ну да, это получается 206 в общей сложности, да, у нас, ну, 150 взрослых и 56 детей. Я сейчас пытаюсь не брать никаких людей, потому что, ну, во-первых, большая колония, у нас проблемы, ну, не то, что большие проблемы, но у нас с едой, мы очень-очень близко подходим к ограничению в ноль, потому что очень много жрут, кушают, да. Потребление получается, да, у нас получается потребление где-то 165, а производство 1328, но это за сезон, да, когда это все вот вырастет, они собирают 1000. Но я вот, опять же, построил достаточно много рыбацких этих хижин, чтобы, ну, тут и посадил еще одно поле для пшеницы, ну, или зерна, кому как удобнее, чтобы наша пекарня более-менее работала. Да, мы уже испекли первый хлебушек, а, уже его скушали. Ну да, и что еще делал? А, я еще посадил, построил столовую еще одну, да, и 4 мастерских инструментов. И вот куда этот металл, по большому счету, и улазит. Но так как у нас сейчас, по большому счету, я не хочу дома строить, но я, короче, поставлю еще, конечно, чтобы от этого вот избавиться, вот это, и без, от этого безобразия. У нас надо сколько? На 6, 12, 18, 24, 30 мест еще, да, надо это 30 мест. Но имейте в виду то, что наши дети подрастают, и вот это плохо, метеоритный дождь. До конца света считал, что падающая звезда — это повод загадать желание. Теперь в это трудно поверить, потому что в наши дни падающая звезда носит только смерть и разрушение. Мелкие метеориты сыграются в атмосфере, сокращают небо алым, а более крупным долетают до земли и сеют хаос. Метеориты могут попасть в здание или в людей, нанести серьезный урон. Запаситесь травматериалом, они пригодятся вам для ремонта. Для быстрого восстановления колонии вам понадобятся насильщики. Строите более прочные жилища, которые логично будут в безопасности. Итак, так как у нас 3 дня, я, короче, ставлю это все на паузу, чтобы металл не уходил сюда. Потому что у нас будут... Они могут без инструментов прожить, так у нас так уж, видите, у нас не так уж много людей без инструментов работает, да. Мы оставим одну мастерскую по изготовлению инструментов, остальные будут у нас в офлайне, пока мы не получим стабильное производство металла. Так как я, опять же, тоже хочу построить еще один металлодобывающий завод. Ну, я, как, походу, я где-то что-то здесь расчищал, да, где-то здесь у нас металл расчищал, вот здесь. Вот, у нас металл под землей. Я хочу построить еще одну металлозаготовительную станцию, так что этим сейчас и займемся, друзья, кстати, да. Ага, так, это у нас убирается. Ладно, сейчас построим дорогу, чтобы, ой, не туда, чтобы более-менее обозначить территорию, куда мы будем двигаться. Вот. Почему ты не даешь мне? А, понял. И отсюда вон туда. Ага, не хочешь, да? А хочешь вот так, хочешь, да? Так сделаем. Так сделаем. И вот сюда.
Ну или вот сюда вот так, например, вот так. Вот так, да, поставим боком его. Итак, сейчас построим, сразу же строим и добывающую. Где-то там здесь, походу. Нет, вот здесь. Электро по металлу. Так, поворачиваем к дороге, да? Вот у нас дорога и все. Потом еще одну сюда, тут пластик будет, еще металл здесь будет. Так что у нас будет все на чики-пуки, как говорится, да? Так, это мы ставим на высокий приоритет. 10 металла, 10 конденсаторов. У нас энергия пока что еще в плюсе. Так, это у тебя нет места, где работать, да, над чем работать. Так, переместить рабочую зону. Так, мы тут очистили уже, по большому счету, рядом. Вот здесь, сюда, иди сюда. Потому что я думаю, что в дальнейшем это будет еще влиять на благосостояние наших жителей. Или если они будут, например, пересекаться этим местом, да. И я думаю, что еще куда-то мы сможем использовать хранилище ядерных отходов. Куда-то что-нибудь с ядерными отходами сможем сделать, да. Так, что у нас... Кстати, да, в общей сложности мы потеряли очень много людей. 30, 60, 90, 120. Почти что 150 человек за всех катастроф за сколько? 110 дней. Ну, большинство это вышло из-за того, что мы поспешили. То бишь, я поспешил, да. Надо было давай, сделаем все по-быстренькому, без, ну, с плохой планировкой, как говорится, да. Но... Потом еще что-то там случилось, короче, там заболели, что-то там еще, да так, короче, по мелочи, да, собралось очень много людей, которые у нас погибли. Ну ничего, мы это, видите, у нас довольно-таки много людей, 15 носильщиков, но все хорошо пока что. Так что давайте будем работать. Дальше, так, пробежимся, может быть, что-то пропустил, я вроде бы нет, вроде бы все изучено, все сделано. Я выйду сейчас на глобальную карточку, посмотрим, может быть, где-то у нас металл есть, что могу я куда-то отправить. Ну, вроде бы у нас вся карта более-менее уже открыта, да. Есть некоторые пару местечек, конечно, вот здесь, скорее, нет, это уже конец карты. Вот здесь, да, есть чуть-чуть, здесь, ну вот это мы сейчас отправим людей с большим запасом хода. Да, у нас тут еще, опять же, еще есть наука, да, ну вот здесь, с этой стороны еще, да, тут есть некоторые, вот такой довольно-таки нехилый такой кусочек, кстати, что-то я так как-то... Ладно, короче, да, значит, так делаем так, значит, мы отправляем всех... Кстати, по поводу этого, что, например, вот ты нажимаешь, да, и куда-то вот он сюда идет, направляется, да, например, вот я поставлю сюда... Тебе не надо больше заходить на глобальную карту. Потому что я думал, что как это происходит, почему никто никуда не двигается, да? Оказывается, они не двигаются до того момента, пока не поменяется день. Ну, это вот я засек сам в конце, уже здесь, да, по большому счету. И тогда только они сами, когда уже день заканчивается, и они тогда начинают перемещаться сами по себе. Так, что здесь? 16. Ну ладно, пусть идет сюда пока что. Ты идешь у нас, надо как-то разведать территорию. Так, ты у нас идешь, например, не знаю, ну, куда ты можешь идти. Да иди сюда, например. Может быть, нелогично как-то, но ты у нас пойдешь. Так, 5 ходов у тебя, давай будешь идти вот, например, не знаю, сюда, например. Или ты не хочешь сюда идти, да? Ты охерел вообще? Или ты не пускай... А, ему надо, наверное, точку, сказать точку, надо приходить ему. Ладно, иди сюда, да-да. Хорошо, отлично. Женщина, ты у нас, не знаю, куда ты будешь выдвигаться. Давай выдвигайся за одеждой, вроде бы, да? Вроде бы не надо нам, но все равно. А ты у нас с большим очком хода, так что... Большим очком хода, блядь. Вот, сюда идешь. 39 металла. И также самое сюда. Ты тоже куда-то пойдешь в эту в сторону. А может даже пойдем навешаем лещей сюда. Женщина, ты у нас... Ну, давай, не знаю, за лекарством. Сколько тут лекарств? 5. Ну, не знаю, куда-нибудь... Или за... А, сюда иди. Пусть они тут не действуют на нервы. Хорошо, ладно, дальше. Торговый караван прибыл. Разгружается, хорошо. Ты смотришь, что у нас есть за новые возможности, что можем торговать. Детали. У нас деталей много. У нас так что у нас нету еды. Ну, сейчас волокна у нас тоже достаточно. Утиль. Ну, утиль можем взять. Пусть за утилем идет. Утиль нужен для производства деталей тех же самых, да. Ну, нам важнее, чем деталь. Ну, вроде вообще не надо было, может быть, жрачку забрать, собрать. Ну, 60 нормально. Хорошо. Ладно, так смотри, как у нас там продвигается строительство нашего. Экскаватора. А, нормально, бетон остался принести. Вот, кстати, надо бетон. Еще надо бетонный экскаватор построить. Где-то здесь было у нас бетон. Что-то я помню, тут я лазил. Его расчистил. А куда это все делать, не помню. Давай посмотрим, пойдем побегаем. Посмотрим, где у нас находится бетон. Потому что там была большая куча бетона. Я его очистил. Вот она. Очень удачное место. У одного колониста симптом отравления. Не, лечить все без риска. А то, блядь, взять возьмешь и эпидемию разведешь мне здесь. Не надо. Лучше, чтобы они по-медленному, ну, верно все это сделали.
Так, где у нас бетон? Опять еще. А, вот бетон. Так, значит так, у нас там уже все принесли, да, у нас хорошо. Так, значит так, берем, ставим бетонный экскаватор. Опять же, ставим его как-то. Ну что ли, так вот. Может. А, вот отсюда и проведем дорогу. Потому что тут лезет какая-то не очень удачная позиция у них. Ну хоть и был, может быть, подожди, так, посмотрим, сюда мы придем, так, по прямой. Ну, навряд ли отсюда дорога выйдет, ну да, посмотрим. Ну, навряд ли, навряд ли. Пока что мостов строить нельзя. У нас надо будет в обводку идти, да? О, не, смотри, друзья. Отлично. А тут я могу построить дорогу? Не, не смогу здесь построить дорогу. Значит, там так. Вот так делаем, мало. Чтобы было все по фэншую, говорится, да? Отлично. И там построят экскаваторную дорогу. Так, у нас это понятно, это что это? Так, так, это у нас эти готовы, да, все уже. А ну пусть они идут. Мне без разницы пока что, они сами это все сделают. Они обновят и будут дальше продвигаться. Так, что с металлом? У нас здесь металла пока что. Бетона. Инструменты делаются, все нормально, все отлично. Так, давайте сейчас посадим. Сейчас, кстати, посмотрим, что у нас. Экскаватор уже работает по добыче металла. Да, отлично, экскаватор работает. Сразу ставим на средний, высокий. А вот и можем сразу другой построить. После того, как уничтожить. Уничтожить. И сразу ставим другой экскаватор по производству добычи, не производству, добычи металла. Потому что с пластмассой у нас, да, не так у них все нормально, у нас все окей. Более-менее, как говорится, да? Вот так ставим, да? Поставим так. Или может быть как-то чуть по-другому, или так, может быть. Ну, давай так поставим. И сюда проложим дорогу. Может быть, что-нибудь еще построим здесь. Отлично, чем здесь сюда засунем, в конце концов. А, вот пластмасса, можем сюда поставить, кстати, пластик. По, ну, по добыче переработка, вот сюда поставим. Пусть он валяется здесь. Так, хорошо, металл у нас есть. Так, надо еще пару поль высадить, да? Ну, тут я не смогу посадить, тут у нас это, блин, надо было почистить. Может быть, где-то здесь можем? Ну, тут, я думаю, оставим это местечко пока что. Ну, туда здесь высадим еще одно польце. Еще одну пшеницу, может быть, посадим, да? Давайте посмотрим. Так, где у нас поле. Потому что еды... Кстати, надо будет теплицу построить какую-нибудь. Одну, или что-то вроде личинку, ферму личинок. Так, хорошо, так, значит, делаем так. Дорогу. И попытаемся забенить... Так как это поле не требует никаких ресурсов, можем поставить что-нибудь из этого. Так, эти будут постоянно добывать еду. Давай, может быть, сюда, как было бы супер, сюда куда-нибудь влезла. На, нет, не влезет. Куда-нибудь сюда. Тоже не хочет, да? Сюда тоже не хочет. Сюда я тоже не хочу ставить ее. Сюда. Ну нет, сюда нет. Там может давай сюда где-нибудь поставим. Это вот, потому что тут плодородной земли все равно нету. Ну давай сюда-то поставим. Сколько надо? 5 бетона, 20 металла. Блин. Сколько энергии? 12 энергии. Сколько у нас? Давай тогда можем поставить 2. Даже может 3. Нет, 3 не можем, потому что он пересекает дорогу. Ну, ради этого мы можем сделать так, что мы можем перекрыть дорогу и поставим новую дорогу сюда. Черт с ним. Конечно, опять же... Я главное, что срезал ресурсы, да, а сам вот сейчас такую хуйню сделал. Опять же, тупо. Ну ладно, черт с ним. Все сделаем, будет все чики-пуки. Так, что у нас здесь происходит? Тут пластмасса уже строится. Здесь у нас что, металл не хватает опять, да? Металл не хватает, ну да. Ну, у нас... А, и бетона не хватает. Вот твою дивизию. Ладно. Здесь что нам нужно? 5 бетона, 2 энергии. Так, это все принесли, да, хорошо. До катастрофы 0 дней. Ну, смотрим, что у нас получится сейчас. Здесь металла притащили нам. Вот сейчас с бетоном будет проблема. Но бетонная станция там строится уже, да? Надо сейчас проследить за дорогой, куда это все уходит. Потому что не помню, где-то так. Так, что здесь принесли? А, сейчас металл принесут один. И у нас будет бетон тоже добываться. Все отлично.
Так, хорошо. Так, колония. Станция строится, завершена станция переработки. По переработке уже готова. Значит, поплыли сюда. Смотрим. Так, давай сюда чувачка, чтобы это у нас чистил. Так, повзрослевшие 3. Хорошо. Поле. Сосадим ее туда в просажу. Так. У нас что-то. А, не, у нас там пшеницу вывезли, да, пусть пшеница туда сажает пшеницу. У нас чисто тут на хлебушек будет все сделано. Так, 930, пока что мы идем по плюсам, по идее, все хорошо, это мы успеваем. С водой у нас тоже все нормально, отличным тоже все хорошо. Значит, у нас тут уйдет 36 энергии. Не страшно. Потом мы еще построим пару ветряков. Потому что я не хочу заморачиваться с солнечными станциями. Потому что, ну, вы понимаете, что ночью мы теряем энергию. Лучше тогда уже сделать. Вот ветряков побольше. И все. Ну, сейчас надо смотреть, срочно все чинить. Вот действительно то, что... О, то и уже что-то снесли нахер. Что снесли? Ремонт. Ремонт. Давай ремонт. Сразу ремонт. Ремонт. Вот и главное, что в поле не попалось. Пойдешь по полю, будет просто плохо. Он сразу поле уничтожает. А если там вот, например, давайте собрать. Лучше собирать урожай, чтобы начинать собирать урожай. Чтобы мы не теряли ничего. Если вдруг поле уничтожит. Так, тут собирается поле, тут собирается. Здесь собирать, собрать урожай. Здесь собирается урожай, хорошо. Здесь собирается урожай, отлично. Здесь собирается, собрать урожай. Давай, собирайте. Урожай собрать, тоже собирает. Собирается, все отлично, все собирает. Так, пока что... Ой-ё! Ой-ё-ёшеньки. А, кстати, чё так мало? Ремонт. Ремонт. Ремонт, ну, скажу так, отделали с легким испугом, как говорится, да, ремонтировать. Что еще? Ничего больше не повредили мне здесь. Так, ремонт я уже здесь поставил, да, ремонт, да-да-да, отлично. Проверяем, смотрим, пробегаемся. Просто, что неплохо, то, что не показывает информацию, что где повреждено, что где сломано. Вот единственное, пообломно как-то. Так, что вы делаете, вот эта тема, что она делает, где она убирает-то? Хорошо, переместить рабочую зону вот сюда. Вот сюда, да, вот так. Что, потому что мы сюда поле посадим еще одно. Так. Ремонтировать. А, это желтый, получается, что не поставил ремонтировать, да? Отлично. А что здесь? А, тут полное просто. А здесь что? Остановлено, ну все понятно. Так, здесь у нас ничего не работает, все отлично, все ничто не повреждено. Здесь повреден ремонт. Бетон опять нужен. Да, сейчас с бетоном проблем. Перед этим у нас было 200 с лишним бетона. Проверяем, как далеко наши чувачки дошли. Ну вот, они вот постепенно идут. Она уже вот скоро будет здесь. Останется так. Это тоже куда это направлялся? Куда-то направлялся? Ну да ладно, посмотрим. Так, ладно, что с ним тогда сейчас? Идем поверху. Может быть, они уже дошли, куда им надо было? Нет, она идет еще. Ну давай сюда, сюда. А, она сюда и шла, да? Ты у нас куда и шел? Да, иди сюда. Я сначала проведу территорию. Самолеты. Ты, женщина, посмотри тоже, что здесь происходит. Может, кому-нибудь еще найдем. Так, ты у нас куда и шла? Или куда ты идешь? Так, что у нас здесь? 16. Ну, сейчас, мне кажется, получим... О, неудачно, удачно. Так, о, чувачок, ты у нас куда и шел? Ты сюда и шел, да? Иди сюда. Ты у нас куда и шел? Тут ты уже все собрал, да? Тут собрал. Тут собрал. А, тут иди, значит, сюда собери. Тут 15 штучек. Женщина, так, ты идешь сюда. Получила по лещам, хорошо. Ну, ну не то, что хорошо, но что же делать. Ты иди проверяй, что здесь. Ты давай навешай этому люлей. Ну, чуть получим от него тоже по звездам. Но ничего страшного, у них там осталось чуть, да, чуть-чуть. Вот же боец, надо было эту женщину отправлять, и было все нормально. Так, 5 собрали сразу. Все, больше нету никого, да, ходов нету, все нормально. Так, возвращаемся на карту. Не на карту, а на в село, блядь, в нашу колонию, как говорится. Так, арена, все работает, все отлично. Так, что здесь перейти? Просьба колонистов. Так, что они хотят? Пара колонистов приходит к вам с просьбой открыть ворота. Они услышали голос перемысленных животных, промысловых животных, неподалеку от хотят отправиться на охоту.
Извините, друзья, чуть отвлекся. Так, животные подалеку хотят отправиться на охоту. За воротами они просто можно получить травму и еще похуже, но еда никогда не будет лишней. Отпустить их на охоту, давай, ну что, отпускаем. Ягоды, блядь, собрали. Ой, надо было прочитать, что там было написано, блин. Поспешил. Так, пекарня работает, жарит хлебушек, все хорошо. Надо было еще быть в отличие поставить еще на пекарню, но там не хватит места, может быть, кондиционер бы не мечтает. Торговые ресурсы прибыли. Что с мельницей? Мельница работает? Подожди, мельница мне надо. Мельница работает. Доступны новые торговые соглашения. Давай смотрим, что у нас есть новое. Металл. Вот. Или за бетоном лучше отправить. Есть бетон? Нет, ну тогда за металлом. Сколько будет день? 3 дня, 24 часа. Нормально. Неплохо. Так, все чинить. Так, бетон. Вот с бетоном сейчас у нас косяки. Ну, это не проблема. Сейчас там все добудем. Так. Бетон уже добывается понемножечку. Так, пластмасска тоже добывается. Тут не хватает... Так, что здесь? Какие-то радиоактивные отходы. Это уже в дальнейшем тоже, я думаю, будут как-то промышлять этим делом. Так, что с бетоном здесь у нас? Что с экскаватором нашим бетонным здесь? Алло, где-то там? Это не то. Так, где дорога? Вот дорога. Отлично. Строится. А наши чувачки уже готовы, что я тут жду, блин. Я же сам их сейчас начал автоматически направлять. Так, что здесь? Ты уже собрался, да? А, иди дай звездюлей этому, блядь, бандюгану. Ой, как мало сняло. А ты что, суни, только защита такая мощная. А, 10 атак. Ну, я понял, все понял. Собирай лекарства, что ты хочу так. Ты тоже здесь собирай лекарства. Ты рискни еще раз. Может быть, еще получится без потерь. Да, вроде получилось без потерь. Ты у нас куда идешь? Ты идешь за дровами. А ты у нас идешь куда? За лекарствами. Ты у нас собираешь курточки. Ты у нас идешь проверять, что здесь происходит у нас вообще. Ага, гайки. Нормально, тубасили его. Отлично. Отлично. Ты у нас можешь забрать 4 последних? Да, и получил лещей. На последнем ходу получил лещей. Ну ладно, черт с ним. Так, бетон, давай, стройся быстрей. Где-то там, вот он. Сейчас сразу устраиваем активный, повышенный, чтобы сразу добегали, не отдыхали здесь. Не прохлаждались, кажется. Мне кажется, ну я надеюсь, что это влияет на это дело, но не знаю. Но это не точно. Так, что у нас здесь? Еда добывается, все добывается. Здесь у нас что? Не хватает им пластмассы, металла, бетона. Но это как-то не страшно. Мы пережили катастрофу самую страшную, так что... Ну не то, что самое страшное, а... Которое требует ресурсы. А почему-то остановлено активно. Ну ладно, пусть они уже начинают делать инструменты. Почему? Я не знаю, почему еще не починили. Ремонт и переместить рабочую зону. Так, по центру работайте, пацаны, работайте. Плохо, что вот не можно как-то сразу такой, еще больше этот круг сделать им, чтобы они занимались этим делом. А почему тут показывает, что ремонт требуется, а вот тут же зеленый цвет все горит. Ну ладно, посмотрим. Так, что у нас опять? Что-то, блин, не так быстро рисуется. Going, давай. Как обычно, телефон забыл выключить нахер. Так, ты у нас уже получила по лещам, да? А, этот не получил, да? И эту женщину ты пропустил. Ну, не знаю, или у нас получится с ней отдубасить этих пацанов. А тут уже ничего нету, да? Сюда мы тоже не можем пройти. Ну ладно, идем за металлом. Металл здесь. Как ты так прозевал его? Сюда иди. Ты собери. Куртки уже собрался? Нет, тут еще остались. Так, ты чувачок. А, не получится, да? Горишь. Ты за металл вообще иди. Он сможет 38 забрать за один раз. Все отлично. Отлично. Ты забери сразу 12. Ты у нас забери, уже ничего не забираешь. Что у нас здесь дальше? Иди за по таблетками. Хорошо.
Так, личиночная ферма. Надо как-то поставить приоритет на какую-нибудь одну, чтобы они делали, блин, они сразу две. Вот сюда, наверное, приоритет средний. Здесь понизить. Потому что с приоритетом они еще тоже как-то намудрили, не работает как полагается еще, блин. Не раздражает такая тема. Пластмасса есть, все нормально, металл добывается, или радар работает, все отлично. Так, что у нас с бетонодобывающей системой? А, он пошел только работать. Вот главное еще даже знать, что как-то было бы, чтобы был какой-то транспорт, чтобы они быстрее передвигались по этой карте. Я надеюсь, что это не добавят в будущем. Ну, не знаю, это не точно. Чтобы... я надеюсь, что с обновой по... как она называется... Блин, опять я слово забыл, блядь. Постоянно забываю это слово. Так, ладно, черт. Так, все хорошо. Так, что у нас здесь? У нас все уже посадили, здесь высадили, все отлично. Так, мы можем здесь противоположную пору сторону. Сколько у нас людей? 20 человек. Можем еще посадить какое-нибудь поле по добыче. Крутим, крутим. А, херос, мы что можем посадить? Тут нету места, не хватает. Ладно. А можем мы тогда поставить, например, теплицу. Сколько теплицы места занимает, я не помню. Что такое? Крупный бизнес приехал. Поехали, что ты интересно придаешь? Ну давай на металл. 12 инструментов, 20 запчастей, 51 картошка, 12... Не, инструменты однозначно. Готово. У нас инструменты все побежали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По крайней мере, я вижу 10 человек с инструментами, которые вот и еще вышли. Но уже даже не будет инструментов, да, у нас получается один и все. Один человек, два человека, три человека. Ну, совсем мало осталось людей, которые без инструментов работают. Так, хорошо. Так, дальше идем. Что ты здесь, женщина? Ну, опять же, у нее же защита, пока он это сбьет, тоже защиту. Но все равно, я думаю, по ХП мы их все равно выиграем. Так, ты у нас... Так, женщина, ты иди сюда, где-то там. Забери лекарства. Так, ты уже здесь собрала все, да? Так, давай, ну, найди здесь что-нибудь себе. Сколько здесь? Три. О, блин, тут будет опасно. Ну ладно, черт с ним. Так. У нас нету... А где у нас аванпост был какой-то ближайший? Не... Ой, так далеко идти. Ну ладно, пусть не идет сюда. Лекарства собирай. Получил по ушам. Она, ничего страшного. Ты тоже собирай. Тоже получил по ушам, да? Да. Ты металл собрал же, да? Блин, ради вот трех... А, нет, три единицы. Может, он сразу заберет все? Ну да ладно. Так, тут уже собрано все. Ну иди сюда тогда. Потому что у нас по рядом тут есть этот аванпост. Мы сможем скинуть ресы там. Ну, блин, это опасно, конечно. Пять. Ну, можно, конечно, попытаться вытащить. Ладно, дальше. Работаем, работаем. 11 металла, да? Ну давайте несите у нас весь металл, 5 штучек. А что у нас с караваном торговым, когда он прибудет? У нас должен скоро приехать, блин. У нас еще есть один свободный торговый путь, да? Антибиотики, дичь, морковь, лекарства. Что с лекарством? 144 лекарства, нормально, волокно, науку. Ну науку мне сейчас некуда девать вообще, науки очень много мне. Утиль, волокно. Волокна тоже много. Может что-нибудь еще есть? Антибиотики, что у нас... Антибиотик 50. Были бы таблеточки, я бы сделал таблеточки, но таблеточек нету, да? Тогда что, берем, возьмем туда детали, чтобы торговый... Ну, вообще можно было, нет, можно было подождать, может быть, когда там обновится, через сколько обновилось бы торговый... А, 17 часов, так что он... Не, лучше... А, 6 дней? Ёшки-матрёшки. Очень долго. Так, ладно, 11 металла сюда надо, да, ему? Кстати, металл опять же уходит до фига сюда. Ставим здесь на паузу. Почему тут ничего не чинится, я не понимаю. Что это вот? Почему здесь? А, вот что надо... Нет, подожди, а что тут сломано? Ну, вроде что починено. Тут что-то чинить, чем надо еще, не знаю, что. Переместить рабочий жон, например. Да, вот сюда, так как-то вон так. Вот так. Перейти к карте мира. Специалисты готовы к участию. Так, чувачиха, так... Там сколько у них хпшка осталось, 45. Ну, по идее, должны мы как-то их отдубасить, но не знаю, но это не точно. Главное, чтобы не просрать опять, как в прошлый раз. Человечка. Ну, это вы не видели, потому что я
перезашел, и я не хотел терять следопыта с 8 очками и действия. Опять нож побольше я получил. Так, 3. Хорошо, ты протянула. Кстати, может быть этого мы отправим сразу. Подожди, иди на аванпост. Нет, на аванпост далеко, да. Да, аванпост далеко. Что здесь? 0. Давай тогда проведу территорию, дружище. Посмотри, что здесь происходит. Может, какой-нибудь новый торговый путь откроем? Нет, тут какие-то бандюганы, блядь, такие жестокие, блин. Ладно, ты, чувак, ты что здесь делаешь? Собираешь, куда ты собирался идти? Сюда, да. Ай-яй-яшеньки, получили по звездям. Так, ты идешь за таблеточками, все отлично. Все отлично, это выжило. Так, хорошо. Что здесь? Почему здесь что-то зеленое показывает? Тут надо что-то починить, вот это надо починить. Почему прочность? Почему никто не чинит его? Дерева нету, да? Переместить рабочую зону. Ну вот сюда, например, куда-то вот сюда. Можем увеличить зону. Да, вот так, замечательно. Это что у нас? А, лесоруб. А где у нас, который сажает? Это что, лес? Производство 100%. А где, кто лес сажает здесь, чуваки? А, переместить рабочую зону. Ставь сюда его. Вот пусть здесь лес растет. Вот так. Чтобы далеко ему не ходить. Так, все, здесь у нас пошло. Тут это у нас пониженное, низкое. Здесь должно быть сейчас нормально. Сколько на металла? 10 металла принесли, да? Ну, мало еще. Надо еще чуть-чуть. В личиночной ферме мы будем растить кузнечиков, которых мы потом не сможем использовать. И мы построим потом еще одну станцию, ой, столовую, чтобы она производила, как он называется, пищу по поводу, в связи с, ну, там будет еще одна возможность, рацион, типа, вместо мяса, типа, протеиновое, что-то такое, там, не помню точно. Сейчас посмотрим, кстати. Давайте поставим, приоритет высокий. Рацион. Какой там был? Тут, кажется, был протеиновый, что-то средний. Вот. Производство рациона из насекомых. Вот. Прекрасно заменяет мясо. Но у нас с мясом тоже пока что проблем нету, но все равно. Чтобы разнообразие было, знаете, друзья, как говорится. Ну давай уже отруби их. Ну ладно, тогда при следующем. С следующей стыковки мы их отдубасим. Так, этот чувак какой-то очень как-то удачливый, да? Так, ладно, женщина получила по лещам. Это тоже, да? Нет, это нет. Чувачок, ты идешь куда? Ты еще до сих пор сюда идешь, направляешься, да? Чтобы скинуть мне металл. Отлично. Так, ты забираешь у нас 3 штучки. Ты у нас забираешь... Что ты? Ты забрал уже все, да? Сколько тебе хпшек? 50-60. Давай тогда, может быть, сюда ломанись. Ты у нас смотришь что? Посмотри, что здесь. Бетон. Ну вот, за бетон мне отправишься потом, дружище. Ты у нас что ты несешь? Что у тебя там? 8 этого. Отлично. Ладно, дальше. Я не понимаю, почему ты еще не починили. Почему ты еще это не починил, жопа? Ну ладно, может со временем починить какой-то баг. Но опять тут нету вот рисов. Ну вот это понизил территорию, да, и он начал строить это быстрее, чем вот это, например. Вот, ну как это понять, я не понимаю. Вот что за беспредел? Я же поставил низкий приоритет у него. А он все равно строится первым. Ну да ладно, ну черт с ним, что же делать. Колонии подъехал фургон. Что за фургон? У ворот нашей колонии со скрежетом становился красный фургончик. Мужчина незамедленно излезает из него, залезает в крышу фургона и громко... Блядь, громко... Внимание! Внимание! Дэн и его фургон загадан снова здесь, с новыми предметами. Хотите узнать, что внутри за крышей пожертвования вы сможете это сделать. На любые поводки сразу... Что такое? Приду в фургон, можете отвечать. Заплатите, сами узнаете. Давайте 7 рыбки дадим. И что? Дэн поднимает палату и открывает боковую дверь, фургон. Эх, вот беда, дело на это сокрушается. Он пытается скрыть ухмылку на своем лице. Видите, что фургон он привез вам целое ничего. Блять, ты уёбок, а наебал меня, короче. Извиняюсь, друзья, мой забыл французский. Ну ты жопа. Ну ничего.
7 рыбок у нас пока что все нормально. Так, здесь мы делаем, мы выращиваем вот таких маленьких кузнечиков. 2 кузнечки, один будет у нас делать мучных этих, как там, паразит, не знаю, там, мучной червь, что-то так называется. Так, прям как в Оксидженин. Так, бетон добывается, хорошо. Так, что у нас, чувачки, там, металл тоже построили, отлично. Бетон, экскаватор, бездомный. Вот, они, видишь, как я уже говорил, дети подрастают, им нужно новое жилье, жопа. Строим жилье, дом, квартира, дом, двухэтажный дом. Ставим двухэтажный дом. Да, ставим двухэтажный дом. Сюда мы высаживаем. Приоритет высокий. 20 металла, но ничего страшного. Ставим... Что там у нас? Дерево большое, да? Давай поставим какую-нибудь... Надеюсь, что не добавят какую-то кустомизацию в будущем. Какую-нибудь большую клумбу. Вот, зеленое дерево. Зажимаем мы... А почему не ставит? А, нет, это нельзя большое ставить. Надо было ставить маленькое вот такое вот. Высокий куст. Поставим высокий куст. Шифтик. И просто вот таким образом мы строим домецкий. Тут сразу же проводим... Ничего мы не проводим. Потом мы в противоположную сторону поставим еще один дом, чтобы они в эту сторону смотрели. Чтобы не терять место. Мы можем, конечно, наметить сразу, кстати... Ну, даже не будем начать, потому что это опять пойдут ресурсы, нам нечего тратить ресурсы. Так, 5 металла, 20 бетона. Ой, 5, 20 металла. Так, я, да, короче, заплетаешься уже. Закончен стране 6. Хорошо, ладно. Так, что у нас еще здесь? Здесь у нас все металл. Отлично. Неплохо. Так, а чем мы стоим? Ладно, черт с ним. Вышли мы друзей. И думаю, что будем уже сегодня. Ну, наконец-то, да? Да, отрубила их, на, и вырубил их. Да, тимейлы ко мне уже запарили, уже идут. Что такое? Что здесь происходит? Опасности 0. Хорошо, отлично. Так, ты здесь уже собрался, да? Ну, иди сюда, да, рискни. Испытай удачу, говорится. И ты здесь испытай удачу. Так. Получили звездюлей. Так, ну сейчас металл принесут, отлично. Супер. Ты у нас еще добываешь последние 3. Ты добываешь это. Ты у нас смотришь... А, нет, идешь за бетоном. Ты никуда не смотришь. 83 бетона, друзья. Красава просто. Так. Угу. Получил. По лещам. Это хорошо, йодные таблетки спасли. О, не получили от йодных по таблеток по ушам. Так, хорошо, бездомных коронистов. Так, что? Какие отходы? А. Ну, у них все равно еще есть целое, да? Вот, это целое, 101 еще. Так что, да, с этим приоритетом еще как-то не намудрили, еще не работает, как полагается. Да ладно, что же делать? Главное, чтобы это сейчас застроили. Как это, блин? Я только что их отправил. Куда они уже опять уже готовы к бою, как говорится. Так, что у нас здесь? А, тут можем собрать. У нас нету тут никаких этих опасностей. Этот чувачок получил лещей. Хорошо. Так, дальше ты что у нас? Можешь здесь забрать? Так, смотри территория, смотри территории. Лекарство. Так, все, больше не будем ее рисковать никуда слать, будем уже послать домой ее. Так, ты у нас что делаешь? Ты у нас делаешь... Короче, что у тебя с хпшкой там? О, у тебя полный хпшек, да? Да, да, иди сюда. Что у тебя с хпшкой? У тебя... Ага, хорошо. Так, что здесь? Тут ничего больше нету. Тут ничего нету. Ну, давай иди смотри территорию, открывая. Пока что в этой стороне. Ты у нас чем занимаешься? Все добываешь конденсаторы. Неплохо. Ты у нас что, добываешь бетон? Хорошо. Ты у нас куда идешь? А, ты у нас еще добываешь тоже конденсаторы, да, говорится. Еще один раз мы можем ему дать, ну, то бишь, чтобы он получил по лещам. Так, 5, последний. Отлично. Супер, вообще очень удачно получилось. Собрали довольно много ресурсиков. Так, что здесь происходит? Тут уже строится, да? Все строится, да. 26 человек. Еды у нас 1617. Все супер. С едой разобрались. С больничкой у нас все хорошо. С одеждой у нас тоже все хорошо. С ресами тоже. Энергия тоже. Сейчас, ой-ой-ой. Сейчас будет плохо с энергией. А почему так много у меня ушло? А, сейчас построил эту. Так, хорошо, ладно. Сейчас мне по минусам. А, нет, 38 энергии. Как-то, что-то не понял. Странно. Очень странно.
солнечные батарейки, что ли, отключены, или там что-то не работало. Так, добавляем дальше. Кузнечики продолжает. О, тут тоже уже сейчас будет готово уже. Ну, а здесь мучных червей поставим. Мучных червей. Так они, конечно, называются. Ну, потому что металл мы скинули, вот у нас металл сразу пришел. Сейчас с бетоном, да, там проблемы идут какие-то. Странствующий торговец. Сейчас мы пойдем посмотрим. И сюда мы ставим мучные черви. Это личинки жуков, они срастут средней скорость, но дают неплохой приплод. Скорость роста средняя, приплод средний. Отлично, так, идем смотреть, что у нас там. Танцевый торговец хочет. Итак, ваш рот становится большой фургон, заполненный разнообразными товарами. Мужчина, чей наряд называет много вопросов, кричит вам: слышь, вам вроде что не поменять нужно было. Ну, дык, ходи сюда. У меня добро навалом, друг пригляделся, что. Приглядится, что. Так, что у нас с инструментами? Инструменты. Доберем инструменты. 17 рыбок я дам и 10 инструментов получим. Замечательно. С инструментами у нас проблемы пока что. Так, хорошо. Что здесь? Не хватает чего? А, бетона не хватает. Ну, это как обычно, блин. Так, что здесь? Деревьев. Дрова. Дрова нужны, да? Три тут балки. Так, где наши дрова? Где хранятся дрова? Так что пока что мы здесь ставим... Мы ничего здесь не ставим. Не нужно нам ничего. Плохо, что здесь можно паузу поставить. Да, бесит. Перейти к специалистам. Так, хорошо. Ладно. Так, что ты здесь делаешь, женщина? Так, мы не можем больше рисковать, так как мы можем потерять ее. Итак, значит, что мы делаем? Мы ее отправляем обратно на базу. С тобой, чувак, мы сделаем еще так. Ты еще можешь тут боевать. Женщина, ты можешь идти собрать ресы. 35 аптечек, там опасности нету. Ты, женщина, тоже направляешься домой. Чувачок, ты куда-то держал путь. Только не помню куда. Ты держал путь сюда, да. С тобой мы, дружище, еще можем повоевать здесь, открыть территорию. С тобой, девушка, мы можем тоже еще здесь рискнуть. Да, и потом опять же справим ее домой. А с тобой мы тут можем что, собрать бетон последний, да? А ты у нас что делаешь? Кстати, значит, друзья, если сохранюсь сначала, ну да нахер, к черту. Потому что, блин, вроде бы я могу еще рискнуть, но мало ли что. Вроде бы должно остаться у него хпшки, да, ну и игра мне перед этим очень сюрприз устраивала большие. Вот, и видите, здесь пополучил по башкам женщина. Три я тоже потом ее отправлю домой, потому что, ну мало ли, просру я в конце концов. Так. Итак, что у нас здесь? Что здесь? Лючевая болезнь голодает. Кто голодает? Ноль голодает. Почему тут? Что мне тут? Вообще херели. Так. Так. Все. Нам надо подумать еще насчет энергии. Построить пару генераторов, ветрогенераторов. Может быть, сюда можем забубенить один. Сейчас, секундочку, друзья. Да, мы можем сюда забубенить один. Один сюда и один сюда. Да. Даже вот сюда один можешь поставить, да? Нет, нет, нельзя. Нет, ну, ладно. Итак. Здесь мы... Вот что у меня было очистить. Хотел чуть-чуть сделать водяной кач, пока не влияет это на процесс производства воды. Потому что это глубоководная тема, да. Там не влияет на производство. 100%, 100%. Так, все, ясно, хорошо. Тут все работает, все работает. Тут у нас минус 18 энергии. Но у нас есть аккумулятор на 2000 вольт, да? Или сюда, 2000, да? К тому времени, пока солнце, ну, встанет, будет уже все нормально. Так, дом строится, у нас сейчас будет уже построить, еще 6 бетон сейчас принесут, 4 штучки у нас есть, 14 бетона. Неплохо. Люди направляются домой. Я думаю, сейчас вот они закончат домики, и на этом будем, друзья, заканчивать нашу серию сегодняшнюю. И потом уже продолжим улучшать наше поселение и уже ставить дома строить больше. Потому что смотрю, начинает помножка. Чем больше ты развиваешься, я понимаю, что игра не оптимизирована еще на 100%, да, и чем больше ты развиваешься, тем больше тебя начинает подлагивать, смотрите, когда ты гуляешь на по карте. Но это уже не от телефона, от компьютера зависит, это уже зависит от самой игры. Так что вот такие дела. Но это ничего. Нормально у нас еще пока что. Так. Бездомных жилья, так. Торговый карман прибыл. Посмотрим. Таракан, металл, пластик, тараканы, морковь, лекарство, утиль, волокно, пластик. Что с пластиком? 37. 50 металла. Таракан. 52 таракана. Утиль. Ну, утиль. Вот здесь тоже не показывают, сколько у нас утили здесь. Металл. А, утиль 16. О, ну, значит, утиль берем. Берем утиль. Закрыть.
Потому что я думал, что мы где-то, ну, тут же надо было просто под это посмотреть. Металл и утиль 16 штучек у нас. Тут все под группам. Так, хорошо. Так, тут у нас все сейчас будет строиться уже, да? 5 металла сейчас принесут. И у нас будет уже энергия плюсом идти. Так я говорил, день наступил, у нас энергия плюсом. Кстати, перед тем, как мы закончим, я хочу построить еще одну фишку. Надеюсь, она влезет. Большой аккумулятор вот сюда. Вот сюда. Потому что здесь не получится, да. Ну, сюда где-то поставить, вот, например. Или нет, даже нет. Я хочу сделать ему отдельное место этому аккумулятору. Например, вот здесь. Потому что потом еще один поставим. Потому что, ну, как энергия будет потребление расти. И сколько он стоит? 25 металла, да? А, кстати, мы можем даже 2 поставить сразу. Вот так. Отлично. И у нас получается так, как я хотел, очень-очень-очень даже... Потому что как я люблю везде дороги прокладывать, да, вот у нас по фэншую все получилось. Отлично. Отлично, супер. У нас есть ресы, у нас есть металл, у нас есть все, у нас все отлично. Тут уже принесли, у нас еще 37 металла, то бишь мы тут 30, 25, еще 50-50, но сейчас у нас еще наши принесут наши чувачки, которые добывают металл. Дом уже построился, люди пропали, ой, пропали, поместились в новое жилье. Все хорошо. Что здесь? 300. Что 300? Муки 300? Да что такое? Мука? А почему так мука так мало потребляется? Значит так, делаем следующее. Мы делаем следующее. Мы делаем пекарню. Ты не планировал пекарню делать? Ну ладно, что сделаем пекарню? Что пекарня требует? Металл. Пекарня, пекарня. Ну ладно, пекарню куда-нибудь поставим тогда сейчас. Парочку пекарни тогда, потому что там 300 муки, блин, там довольно-таки... То, значит, выделим им отдельное местечко пекарни. Где-нибудь сюда поставим ее, пекарню одну. И пекарню другую. А третью? Нет, третью перекрывает дорогу, и нет, не хочу я. Мы сюда дом поставим тогда. Так, что не хватает ему? Бетона, металл. Ну, это бетон и металл, да, это сейчас мы это все решим вопрос. У нас сейчас, кстати, люди уже возвращаются. Куда? Ты возвращаешься домой. Так, а ты что делаешь? Ты у нас... Добываешь металл. Ой, что-то голос просел. Что за херня? Ты совершаешь, а ты у нас собираешься домой. Так, ты у нас... Рискнем. Потому что у него очень... Он очень удачливый чувак. Он по 3 звездам свободно разбирается. Ну, давай, иди сюда. Открой территорию. Бункер. Здесь женщина. Ага, хорошо, пронесло. Так, этот чувачок, что ты? Ты куда-то собирался, да? Да что у нас? Ты, так. Где наш аванпост? Потому что хочу в аванпост его выслать. А, хорошо. Женщина. Собрала все, да? У тебя 50 хп-шек, да, идем домой. А, так и все, направила ее домой. Так, колония, так, нор, так, так. Батарейки у нас уже строятся, да? Металл 25, здесь уже 16, так, что тут металл не хватает? Так, хорошо, у нас энергия идет 42 плюсом, отлично. Сейчас пекарня построится, и у нас будет достаточно хлебушка, да? А что с хлебушком у нас? Дичь, арахис, потребление кукурузы, смех и хлеб. У нас один. Специалисты готовы к работе. Сейчас, давайте. Что-то я, блин, увлекся. Я уже все пытаюсь закончить игру. Не получается. Так, я, кстати, не знаю, как-то все равно мне эта еще система не нравится. То, что вот... я, например, если, например... Вот было бы идеально сделать все, что, вот, например, мы идем, да, вот далее. Вот, поставить, чтобы не было ходов, не показывало, что, вот, например, мы направили куда-то идти, чтобы она туда и шла. А не вот пока появляется, потому что, наверное, все равно мне как-то, не знаю, быстрее протикать это все дело. Ну, это чисто мое мнение. Надеюсь, что это не, может быть, как-то под этим еще улучшится в дальнейшем, но не знаю. Не факт. Ты у нас... Ты не доберешься сюда, да? Тебе надо еще один день до ванпоста, да? Ну, даже еще не факт, что ты дойдешь за один день. Ну, значит, ты идешь на ванпост, скидываешь срезы. Потому что тебе хпшки нету. Что ты здесь делала? Ты металл собирала? Что ты тут собирала? А, ты домой шла. Хорошо, ладно, идешь домой. Все, все выбрали, да? Все, все. Все, да, все, все. Отлично. Так, хорошо. Хорошо, хорошо.
Да ты понимаешь, что эти имейлы засрахали уже меня, ёптать, уже сколько, 4 имейла пришло мне, извиняюсь, друзья. Мне чтобы выключить, постоянно забываю это делать. Так, ладно, что с металлом? Пацаны, давай металл несите сюда, у нас 5 металла. Что с пекарней? Металл, бетон, бетон, металл. Ну, сейчас будет у нас и бетон, и металл, у нас будет сейчас все. А что здесь? А, ну нет зерна здесь нету. Смотри, как одна мельница быстро работает. Еще за... Тут, может быть, как-то надо было, знаешь, средний-высокий поставить, чтобы они более-менее, не знаю, будет работать, не будет работать. Потому что надо тут еще какого-нибудь человечка, 2-3 человека поставить, да, не знаю. Потому что как-то, блин, очень медленно все это происходит у них. Так, что здесь у нас? Еды 35, 75 муки. Здесь 75 муки. И тут... Ой, у нас тут все забито. А где у нас? У нас, кажется, был еще один склад, нет? Или мы не строили еще один склад? Да подожди, друзья, не помню. У нас склады переполнены, наверное. Что здесь? 300 тут. Надо еще склад еще куда-то строить. Ну, скорее всего, да, потому что, ну, смотри, что-то тут вообще не алло. Ладно, допустим, то сейчас, что здесь у нас получается? Здесь надо 24, да? Нам нужен склад провизии, да? А что здесь хранится? Возможно, ресурсы. Ага, значит, делаем так. Значит, делаем так. Мы поставим еще один склад. Ой, ой, не то. Сейчас склад, 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 склад. Надежный склад. Куда можем его забубенить? Можно его забубенить его? Нет, не можем никуда забубенить. Сюда можно забубенить, скорее всего, да? Херас два. Не можем. А сюда? Нет, тоже не можем, да? А сюда? Тоже не можем. Сюда, скорее всего, да, можем? Да, можем, но... Нет, туда не будем ставить. Посмотрим, мы найдем другое место для склада. Куда могли бы засунуть его? Вот сюда, например. Вот сюда склад. Тут у нас есть как раз кухонка. Сюда поставили. Все. Довольно-таки долго... О, аномальная жара. Влага вокруг последняя испаряется. Колонисты начинают страдать неуемностью жары. Чтобы избежать тепловой удар и сохранить рабочие способности, им нужно много пить. Растения засыхают и гибнут. Колонисты пьют вдвое больше обычного. Страдают посевы на открытых полях. Чтобы еще строить водопроводные башни. Воу-воу-воу-воу. У нас надо... Ой-ой-ой. Это будет пиздец. Так, извиняюсь, друзья, за мой французский. Итак, нам надо срочно строить водонапорные башни. Нам надо как минимум... Сколько нам нужно? У нас... 200 человек, нам надо как 30, 60, 90, 120, 4, это 5, 6, 6 штук, а сколько она стоит, блядь, 10, ой-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 
Ой, это будет очень печально. Так, короче, друзья. Я думаю, на этом мы и закончим. Подготовимся к следующей жаре. Это я буду уже делать вне записи, чтобы более-менее... Потому что это будет очень долго, чтобы мы могли выжить. Я по максимуму попытаюсь выжить... Из возможно здесь, да. Остановлю все производство инструментов и куда нам полагается бетон и так далее и тому подобное. И будем уже как-то пытаться выжить эту систему. Вот. Когда мы будем уже уверены, что у нас все хорошо, тогда уже начнем строить следующее, что-нибудь развивать дальше. Так что, друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний видосик. Большое вам спасибо за ваше терпение, потому что, вы знаете, 4 дня я не отсутствовал, было 2 стрима, но видосики я не заливал. Ну, сейчас я пытаюсь это исправить. Так что большое вам спасибо за ваше терпение, за вашу поддержку. Если вам понравилось видео, ставьте лайкосики, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения насчет стримчиков и так далее и тому подобное, друзья. А вам большое спасибо и огромный привет, я не знаю. Вот так что, ой, короче, я что-то завис. Так я работаю без сценария, прям, ну, просто импровизирую в данной стадии. Потому что, ну, как-то сценарий готовить, никак не знаю. Все равно, большое вам спасибо за вашу поддержку, друзья. Как уже говорил перед этим, лайкосики, подписочек, если вам, конечно, понравилось. Ну, или дизлайки, не знаю, это уже как вам удобнее. Мне любая оценка будет важна. И большое спасибо за ваше терпение и то, что верите в меня. Так что большое, друзья, вам спасибо. Всего доброго и пока-пока, друзья.